Продолжаем программу. Поверив сообщению якобы от руководителя организации, жительница Котласского района стала жертвой телефонных аферистов. 50-летняя жительница поселка Шипицына получила сообщение в мессенджере якобы от генерального директора организации, в филиале которой она работает. Руководитель попросил пообщаться с сотрудником Совета безопасности по фамилии Морозов. Затем женщину начали переключать то на одного, то на другого сотрудника Совета безопасности и даже на представителей Росфинмониторинга. В процессе общения жительницы Котласского района сообщили, что на ее имя пытаются оформить крупный кредит. Чтобы предотвратить эти действия, необходимо взять аналогичный заем – обналичить его и перевести на специально открытый безопасный счет. Поверив в реальность происходящего, женщина обратилась в филиалы двух банков, оформила кредиты и перечислила полученные 1 миллион 200 тысяч рублей по указанным ей реквизитам. Только переведя деньги, женщина поняла, что ее обманули, и отправилась за советом в отдел полиции. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.